Так, ребят, все, я здесь, я извиняюсь, только-только домой ворвался. Немножечко, ну, не люблю вплотную так вот прибегать, но ничего по-другому сделать было нельзя. С утра встречал Дашу с Машей, вот, ходили в поликлинику, и что-то меня обрубило, я заснул там дома, вот. Проснулся только в 15 минут второго, пока собирался, пока от Чарлика, во-первых, сюда шел. Вот и начинается стрим, соответственно. Гидра у нас против Ксивая первая играет. Посмотрите, Гидра уже роуч. Роуч пуш делает сверх ранее через золото. Ну что ж, добычи у него больше, несмотря на то, что 6 рабочих всего. На 6 рабочих он отстает. Здесь, да, строится танк, но без бункера здесь не затерпеть будет до танка. Я не понимаю, если тиран подозревает какую-то агрессию, почему же он тогда не сделает бункер, черт побери? А вот рипер прилетел на золото, начинает на золоте бомбить крабов. Пошел бункер, да поздно, дружочек, этот бункер пошел. Все, депошечка максимально быстро падает, вся эта шабла заходит на мейн, танк под ударом. Марики под ударом, танк в углу, танк падает. Это 1-0 гидра, ребятки. Изи просто. Изи. Офигеть, просто. Первая игра вообще. Я не успел даже пол игры по времени покомментировать, как гидра наказал китайчика бедненького. Ну, тут ничего не поделаешь. Сейчас твич я проверю, ребят, еще раз. Кое-что тут проверю. Твич идет, все идет, отлично. Так, пошел инвайт, захожу еще раз. Ну что, на Твиче я один-единственный на Team Liquid присутствую. Привет, Грантик, привет всем. Помните, задержка 90 секунд, я не стал 2 минуты ставить, обычно там на лайфенгских турнирах 90 секунд. Так, Юр, по поводу Варди все уже отписано Изарду. Сегодня Варди будет стримить 27-го, вроде как он не может. Добавил он вроде там на Team Liquid этот турнир. Привет всем на Твиче, братва, уже много своих людей на Твиче появляется. Хотя раньше канал вообще просто, ну, не существовал, он как резервный был, да, сейчас он как бы уже стабильно работает, очень много игр, турниров, где из игры я стримлю. Так, кстати, сейчас будет пауза, на штаны мне будут переодеть, а то с улицы только пришел, на шорты одеть. Хотя сегодня что-то дожди, не холодно опять.
Dead Spy. Вот. Так, это Варди и добавил в календарь ТЛ Starline, в общем-то. Вот. Я так понял, за что ему спасибо, я уже сказать написал. Куча прилетел к CY, пострелял немножечко по Гидре. У Гидры достаточно лингов для обороны, вполне. Так это странное освещение такое, вроде и солнца нет, но как-то светло после вот... Как я уже говорил, с утра Машу с Дашей встретил, пошли в поликлинику, потом пошли на квартиру, я что-то поел и просто, ну, так как не по режиму встал, меня просто рубануло, я только в 15 минут второго встал, вот сюда с Чарликом вместе спешил, но мы успели, и братан лежит тут под столом со мной, братан мой, вот. Ну, я стримлю для вас теперь Life and Cup. Я не знаю, как там будет, во сколько он кончится, ребят. Если слишком рано кончится, может, я и паузу возьму. А может быть, FPN-чик погоняю прям до 20.00. Честно говоря, не знаю. Посмотрим. Ну, Starline в 20.00. Надо, я что-то надо было, блин, я не... Ну, не было времени, чтобы в скайпе посчитать обсуждение, блин. Ну, надо пораньше делать, на 19.00 такие турниры. Может, конечно, кто-то не мог, там, я не знаю. Вот, но если все могут, то лучше, ну, пораньше делать. Что... Пользователь Даоби активировал премиум на ваш канал. Спасибо, да, тут же 20.00 как-то это поздновато, блин, все-таки. Я такой очень затолкся, я как бы дома с другой стороны. Ну, это если 3 часа даже минимум пойдет турик, это уже до 11, как бы вот в чем прикол. Так, ну ладно, не буду распинаться. Ребят, вторая игра. Гидра решил не играть в какие-то пуши так быстро, как в предыдущую. Гидра играет милишные гидры. Грейды, простите, гидры. Вот он Рипера только что уничтожил. Ну, Рипер разведывал мейн, видит, что лейера нет. И здесь лейера нету. Третья. То есть это маск королевы, грейды и просто линги в начале. Это так, как играет Тру, собственно говоря. На самом деле, непростой стиль к исполнению такой, вот. Ну, посмотрите зато по рабам уже, насколько зерк впереди. 50-39, это уже для тирана почти, ну, конечно, не катастрофа, но неприятно. Так, реагирует здесь сивая, отчинивает депошечку. Здесь двойной дроп у нас летит. Куда он летит? Прям на мейн летит? Ну, гидра реагирует или нет? Вот, реагирует гидра. Полетает тиран, грузится вниз. Разгрузился, идет вперед. Мне, кстати, кажется, что в таких ситуациях можно пол медивака разгружать на лоу-граунде, пол на хай-граунде. Кстати, смотрите, неплохо, как всего здесь забомбил просто гидру. Три королевы забомбил и куда-то улетает. А куда он улетает-то? Почему вообще он улетает? Почему? Вот Бьян бы, если бы с ним такую ошибку допустили, зерк бы уже бы писал ГГ и плакал бы, что им бы там какая-нибудь... Он бы просто взял бы вот эти все линги. Посмотрите, здесь лингов-то всего-то 27 штук против 16 мариков, раскайтить их на изичах, тем более они не были, ну, они не окружали группу, и, возможно, там их меньше в тот момент было. Все вот сюда чик-чик-чик катить вот к этому направлению, и все. Но тут от ксива идет выход, посмотрите, 95-90 по лимиту, просто дичь какая-то. Ну что, щиты через менее чем через 10 секунд уже будут готовы. Танчики нужно брать, лететь дальше. Ну вот, пожалуйста, взял, отдал медивак в тиран. Ну танки-то подвози, ё-моё, какой тормоз он, а? Медленно как все делает, блин. Ну хоть щиты дождался, но медленно, но правильно на самом деле. То есть не в плане медленности, а в плане... того, что нужно делать, то, что нужно словить тайминг с мариками, несколькими медиваками, со щитами против вот этого микса зерга. Но нужно агрессивнее действовать.
Так, Бейны готовы, ну Мариков что-то прям вообще много, ребят. Фокус Бейлингов нужен обязательно. Фокуса Бейлингов нету. До сих пор его нету, но даже так достаточно контроля, в принципе, чтобы пробить. И я уже говорил об этом не раз еще на DreamHack, на ВЦС, когда я играл пул с Гидрой, что вот такой-то и нужно тайминг против этого билда ловить. Слишком уязвим он на вот этой стадии. Шмарики на стимпаке вот этих лингов просто разрывают королев без бейнов, когда они вообще в хлам. Так. До сих пор держится, активаю. Сейчас только первый танк отдал. 84-67. Начинается контроль. Марик немножко назад вступает с мародерами. Просто сюда идет. Третий СЦ-шка вовсю добывается. ГГ пишет Гидра. Не слава. Так, третье. Так, привет, Люцифер. Что-то кренделек ввел моду на рублевый. Ну, спасибо, крендельку, что обогащает меня, ё-моё. Как ни крути. Так, кстати, на кибетике ставочки есть все, ребят, кому интересно, на Лайфенг и на Старлайн тоже. А не, на Лайфенг нету нифига. На Лайфенг решили не ставить. На Лайфенг решили не делать. Так, 1-1, прям нежданчик. Я не думал, что сейчас так все сложится. Насколько Изи Гидра первую управлял, настолько ж Изи и Тираны вторую реализовал. Сейчас, короче, ребят, подождите, я шорты одену. Так, все, вернулся, ребят. Продолжаем смотреть. Ну что же, второй барак, ранний стимпак здесь будет. Гидры 6 лингов заказано. Ну все стандартно, реактор пошел. ЦЦ-шечка строится, рипер летит вперед. Рипер летит вперед не через вторую, не здесь будет, а прям на мейн летит, кстати. Ну вот на этой карте есть выбор, да, залететь через... Ну,
Можно и туда запрыгнуть. Ну что ж, ну правда, Рипер ничего не убил Рипером. Ксивай, вот хотя бы одного Линга этого откусит, что ли, я не знаю. А то и камни Гидра моментально пробьет. Хотя, если вы не собираетесь через эти камни врываться, то пофиг вообще. Вот, а по билду с ранней Steam не надо туда, ну, эти камни не важны особо. Почему? Потому что, наоборот, выгодно, можно сюда дропнуться, сканить, выбить крипы, напрягать с этой стороны. В отличие от билда с танком ранним, здесь можно, в общем-то, прийти и простреливать минеральную линию, ну, вы в курсе, я думаю, прекрасно знаете это все. Ну, а что могу я сказать по поводу билда раннего Стима? Например, Гидра постоянно, короче говоря, делает... против вот этого билда контрбеллинг бас. Большой беллинг бас, трех бас. Прибегает здесь морфит и дотекает просто в то время, как тиран, видя, особенно как медиваки улетают, видя, где находится дроп. Так, ну в Айфенге ставок что-то нету ни на Кибете нигде. Наверное, решили, что халява слишком это для корейцев, или я не знаю по какой причине, решили больше не напиливать почему-то. Ну и, кстати, у Ксивая уже 14 мариков есть. Сейчас еще выйдет как раз-таки здесь 2, и здесь 1. И можно... Так, ты пошку открой, застрели овера, дурик. Ну, дурик. Медленный, в общем-то, оказался китаец. Депошку не открыл, но 16 маликов передропу готовы. Здесь опять же абсолютно такой же стиль. Надо прилететь. Вот в первой, то есть, игре идеально тиран разменялся. Чем? Он не потерял ни медиваков нисколько. Там, может, 2 марика потерял и выбил 2 королевы просто. Пролетает, ну вот овер висит халявный. Можно сбить было. Пьян обычно не брезгует, сбивает оверов вообще всех нафиг. Марики разгружаются, Гидра видит прекрасно где. Куда они пойдут? Сюда, на 9 часов они пойдут. У Гидры лингов сейчас 20... Ё-моё, лингов-то смешное количество. Так, королева подходит, начинает фокусить медиваги. Чё ты... Какой боязливый китайчик, а? Меня аж просто бесит этот такой боязливый. Ну, он боится, что медивак ему покуснут и... Линги прибегут, все подгрызут. Но в этот раз одну королеву он подбил. Кайтинга такого, как у Бьяна, ожидать не приходится, собственно говоря. И здесь лейер делается, и Беллинг Нес пошел. Ну, кстати, в этот раз будет 1-1 грейды, и не будет он давить так, как в прошлой игре давил. И здесь СС-шечка уже строится, кстати говоря. Но Линги сейчас проверят и ее уничтожат, скорее всего, эту СС-шечку, ребят, если так будет китайчик стоять. Так, Линк забежал. Один, да убей же ты его. Какой он, блин, а? Ну, вот это небольшая ошибка. Но такие небольшие ошибки приводят к большому отставанию. Овера подрезает. Вроде как все неплохо, но косячки присутствуют. Косячки присутствуют. I like good game. Там тоже нету никаких ставок на... Вот этот турнир почему-то, не знаю почему. Так, линги забежали, ну здесь, конечно же, отбился китаец спокойно. Что 2-2 там делается. Грейды уже у Зерга, у Тирана 1-1 и просто напрочь забытая армори. То есть он... Ну вот, вот это уже косяк серьезный. Простаивают, в общем-то, инженерки. 1-1 готово, а 2-2 не делается вообще. И даже в планах нет. Вот только армори он заказал. То есть это, ну, реально отставание жесткое уже будет. Гидра плодит крип к центру сюда. Через 9 часов, между прочим. Здесь линги стоят для забегания. Уже беллинги есть. Они стоят вон тут. Надулись. И пошли вперед. Куда они идут? Оп. Паника. Все уходят. Мародер приходит. Минка. Бах. Жах, вообще по жестику бомбануло, я как супер босс у комментатора. Приблизил вам все это. Линги прибежали. Вот.
погрызть для ЦЦ-шечку, ну тут био все рядом находится. Ну лимит, кстати, почти одинаковый у Ксюа и у Гидры. Плюс китаец тут более-менее. Вот если бы он 2-2 делал бы сейчас хотя бы на, ну, на 30, на 40 секунд отставало бы, там, не знаю, ну на 50, но не на 100 секунд бы вот эти грейды, вот, тогда бы это было бы немножечко другая ситуация. Минка здесь закопана. Ну вот, вы помните, как вчера для Уютермала Минка бомбанула в Бэйнов идеально против Тру. И за счет этого он очень хорошо отбился. Здесь же она успела выстрелить в Лингов, но здесь не надо было стрелять в Лингов. Здесь надо именно в Бэйнов было стрелять. Приходят маленькие мародеры, отбиваются вроде как Сивай. Но по лимиту уже... Ну хотя не, он в плюсе по лимиту и по боевому в плюсе. Там ультракэверн уже. Так, попадало его на Беллингов пришлось, еще произошло. Сейчас Марики. Марики уничтожат. Посмотрите, сколько королев здесь, какие у них. Ну, грейды только армор. Желательно вот сейчас вот как простаивает. Можно заказывать атаку, например, ренжовую. Она не сильно затормозит, потому что пока хай бы делался, она бы тоже почти вся бы сделалась. А потом уже 3-3 бы делал бы, да, например, Гидра. Энергия почти полная. Привет, Петр, 74. Можешь и ни разу как надо, так и кидай. Вот. Про бету я знаю, я сам ничего пока не видел. Как уже выйдет, так я все и увижу. В общем, мне все равно, главное, чтобы люди StarCraft смотрели. Ну что, тут фокуснул двух беллингов, а двух не смог фокуснуть. Явно не бьян, в общем-то, товарищ этот. Вот. Короче, развалился. Но сейчас будет 2-2, и можно попытаться выйти. Но здесь 5 пацанов строятся очень жирно. И они, конечно же, не будут прощать за кривые выходы всякие. Ну вот это что? Одним мариком бьется против всех королев. Медиваки тоже сливает зачем. Вот выход пошел на центре. Сплит. Мягко говоря, так себе. По факту уже мариков назад увел. Хотя вот если бы не сейчас ультралы вышли бы, может быть бы... И что-то и получилось бы. Ну, ультралы мягкие пока, Гидра, куда ты ломишься на мягкий пуль, на мягкой ультре-то, ё-моё. Все трансфьюзы потратил из-за мягкости этой. Ну, все, ультра уже с армором, теперь с ней так просто не поговорить. Либератор выходит, но как-то поздно... Ой-ой-ой, как Рипер бомбанул, кстати, на такой стадии, и то помогает очень сильно. Минки делают залпы, залпы очень не слабые, био пытаются вступить. Рипер все еще живой, там был только сейчас, он погиб, кстати. 120 на 150, либераторов королевы забомбили, ультралиска вообще уже не убить никак, ГГ пишет Ксивай, это о, вау. Привет всем на Твиче. Гидра говорит, ему нужен перерыв, пусть другие сыграют пораньше. Короче, сейчас я вернусь. Тут у меня пару бутербродов, надо их скушать.
Так, ребят, все, я здесь, ну, докушал бутерброда. Привет, Кавич. Evil 13-36 на Твиче. Много вопросов про билды есть к Старкрафту, но, честно говоря, никто не отвечает, и я сам не знаю, где же что-то можно взять. Вот, ну, видимо, смотря только стримы какие-то, да? И самому тренируюсь. И качая реплеи, как обычно. То есть стараться найти реплеи. Реплеи могут быть в турнирах. Вот, например, вот как ВЦС кончился, там что-нибудь может быть, еще где-нибудь может быть. Вот. Больше других вариантов я не вижу, как их найти. Так, что-то, блин, рубельков много посыпалось. Насчет ФП не знаю, пока не решил, по самочувствию, ребят, прошу прощения. Просто пришел только за комп, отвлекаюсь, считаю, что происходит там в скайпе, там и везде, вот. Вот. Короче,
Насчет FP не знаю, во сколько смотря кончится. Во сколько кончится данный турнир, во-первых. Вот, что до 20.00 надо будет FP играть, если играть. Спасибо тебе, Ориан. Блин, забываю тебя отписать. Все, времени нет никак, надо будет связаться. Из-за топа держал ваш канал на сумму 100 рублей. Привет. На респектовый диван. Спасибо за стримы. Спасибо, Изотоп. На респектовый диван пригодится. Так. Ну что, ребят, какие-то супергосу игроки играют сейчас. Я даже таких и не знаю. Сальбер Алтория, тиран китайский. И Фэт Кэт Чиф, американский игрок. Тиммейт Стрэнджа получает. Почему Крейс вот эта команда. Вот, Кавич, на Димагу посмотришь в 20.00. Конечно же, я буду стримить Starline. Вот. Наши все будут играть 20.00, ну, такое вот время, я не знаю почему, я сам бы пораньше хотел, хотели 18 сделать, но кто-то там не мог. Может быть, FP до этого времени и поиграю. Пытается вырваться ультрал, не вырваться ультралу. Ну что, реперочек летит от китайцек. Ну получается этот крейс, вот этот зерк прошел отборочную. Орбиталочка пошла, ребята. Так, а на диван я, кстати, добавил. Пристройка завершена. Нет, не добавил. Пристройка завершена. И кажется, Беллинг-бас здесь пошел, ребят. Неспроста здесь Беллинг-нес строится. И неспроста лингов столько было заказано. У меня такое ощущение сейчас сложилось. Ну, вообще-то линги... А... Пытается зерк приныкаться. Чё за бред вообще происходит? Зерк сделал Беллинг Нест. Есть линги, но они без мува рипера в этом раскладе вообще не убить. То есть полная вообще чушь какая-то получается. По-моему, это провал.
Battle.net лежит, но Тазия, как ты видишь, не лежит. Может быть, конечно, если разлогинится, то она тоже ляжет, как бы потом. Здесь заходят линги, я не понимаю, что это за линги без мува вообще такие странные. Пробивает здесь камни у нас. Зерк тиран этого не видит, вот он просто блочит здесь все. Здесь пошел лейер, тиран, видимо, думает уже, что зерк все, перешел в какие-то технологии, но нет. Зерк никуда пока не переходит. По московскому времени в 20, естественно, вот. Ну, тиран тоже что-то какой-то странный, вот он танками прилетел, Мариков ждет, выход пошел. Стимпак вроде делает, третья ЦС-шечка. Камни падают понемножку, но тут зергу нечем танки отбить, зерг муфта забыл заказать. Так, ну да, пришли марики, два танка и, кажется, без мува вообще. Без мува останется у нас, соответственно, в этой игре зерк. И странный контроль со стороны тирана. Хотя нет, танк спас даже второй, смотрите-ка. Лингов всех без мува просто развалил. Убивает и королеву, но мув все-таки доделся. Линги вернулись те, которые были в басе, которые Ми хотел. Тиран у нас, ну 54-7, есть по лимиту или не, ребят, это забейте, это полная печаль какая-то вообще. Ну, танк единственное, что отсюда, собственно, и улетит. Мув бейлингом сейчас будет готов уже. Линги есть, линги вперед побежали. Нельзя терять пул ни в коем случае, иначе просто нечем, ниоткуда будет лингов заказывать. Еще и два лейера действительно сделал. Я вообще этого не видел. Танк отдает, в общем-то, тиран. Линги прибегают на лоу-граунд сюда. И чего? Здесь стимпак есть. Даже они, если забегут, я думаю, ничего особо не получится хорошего сделать у нас тут тирану. Лазергу, точнее. Тиран тем более проверил все. Видит Беллингбаст, тиран испугался отлететь от Беллингбаста, на стимпаке возвращается. По-моему, размен здесь выгоднее даже было пойти, пусть он Беллингов в здание бы потратил, а здесь убивал бы его просто, тиран шел бы. Так, танк сич. Заходит Линга Бэйна, 70 на 90 по лимиту. Линги вырываются, танчик не может пропускнуть Бэйнов. Ну тут сплит неплохой был, и все нормально. Тиран, в общем-то, отбивается. Беднягу Урсадона завалили сплэшем просто Бэйны сейчас. Что за дела вообще? Как это получается? И полетел двойной дроп. Линги умудрились на третью успеть пробежать. Везде, короче, напряги какие-то вообще. Не знаю, как они попали сюда вообще. Отборочные, значит, прошли. Хотя китайцев, может быть, инвайтят, все-таки китайский турнир, но вот американец здесь явно через отборочные, видимо, прошел. Хотя не уверен я в этом даже. Так, ну тут покайтил немножко тирана, и дальше даже и кайтить не пришлось, просто все он здесь убивает, 50 на 104 на 111 по лимиту. Ну, соответственно, это 1-0 в пользу тирана, Сейбер Альтория, его никнейм. Привет, Боливар. Всем, короче, привет. А АПМ это какие гигантские, я смотрю. Куда-то там в ванную нужно тирану сходить. Не знаю, что он там забыл, но что-то нужно ему там срочно.
Почему Battle.net не работает? Хороший вопрос. Я не знаю, но это на Battle.net надо считать. Я надеюсь, это Европа лежит. Я надеюсь, что к 20.00-то она уже как бы поднимется, и будем мы смотреть турнир, собственно говоря. Так, что-то кто-то не жмет готовность. Все, наконец заходим. Ну все, ребят, следующая игра, поехали. Ведет Сайбер Альтория, Тиран 1-0. ТСМ готов. ТСМ готов. Работает Battle.net. Значит, кто-то ложную информацию распространяет постоянно. Ну что, ребят, ПМчик вот у нас. Тирана повыше. Тиран китаец. Здесь у нас дрон приезжает. Тут хата, пул, газ. У нас, в общем-то, такой расклад. Сейчас может дроном остаться зерк уже на мэне, если не уедет отсюда. Депошечку. Вот когда так едет, может депошечку перед носом поднимать. Чтобы время выиграть. Но все равно здесь рипер бы не успел бы убить, скорее всего. Если с утра запущен, тот, кто уже залогинен, возможно, и может играть.
Или Азия работает. А вот Европа, я не знаю. Привет, Ревчик. Так, какой-то кусачий зерк попался. Хочет он схавать этого рабочего упорно. И схавал. Кстати, куда ты, ё-моё, зачем от меня едь домой? Нет, выжил же рабочий, зачем-то газом сделался. Какой-то, блин, тоже тиран странный. Ой, зерк, простите, странный. Ну, он законтролился здесь против рипера, видимо, решил газ оставить. Хатка готова, рабочие подстраиваются, лингов. Он все 4 штуки заказал, самоуверенный какой. А сейчас, говорит, 4 лингами, 6 не надо, отобьюсь. В итоге 2 линга уничтожено, уже здесь газ доделал зачем-то. Ну, а ранний стим от тирана идет. Возможно, тиран сильнее, игрок американский, и, возможно, просто у него задержка, как бы, большая, пинг там большой. Вот, и ему тяжеловато отыгрывать здесь, привет, видок. Так, старпорт попер. Халявные криптуморы, смотрите. Вон еще один криптумор. Надо было вот этот демеджем убить и сюда кинуть гранатку. Но тиран нервный, он очень быстро все хочет сделать. В итоге один-то криптумор сныкался назад. Ну, зерк молодец, эскейп хоть нажал, отменил. Здесь костиночка небольшая делается. Не здесь на рампе, а прямо около ЦСшки. Ну, значит, отсюда можно забегать. Вот эти камни прогрызть, например. Вообще, ладно, не будем. Пофиг, как там работает батлнет или нет, мне, если честно. Все равно здесь на Азии, пока этот турнир будет идти. Только второе Бутри, а будет 6 Бутри. Как всегда и бывает, собственно говоря. Привет, Костя Киев. Вот, будет у нас еще играть сегодня и Гидра, и Ксивай. Ну, наверное, фавориты все-таки этой группы. Потому что Зерк вообще американский, не знаю, как сюда попал. Пока что он как-то слабенько отыгрывает, не знаю. Сайбер Альтори этот, может быть, что-то сможет пободаться тоже со всеми. Аксиваю Гидра карту взял, в принципе, и относительно неплохо играл. Вот. Ну, посмотрим, как против корейца 2 вот этих игрока отыграют. Так, ну это минус рипер. Он может еще дронов укуснуть спокойно, и, блин... Если бы стрелял по дрону сейчас, тиран бы. Зерк вообще забыл про рипера, смотрите. А тут марики со стимом пришли. Веллингов сейчас развалит. Короче, 2-0 просто в легкую сейчас со стороны тирана, ребят. Тайваньские сервера, 224 пинг, о боже, какой гигантский пинг, блин. Блайна 350 плетками там застраивалки. Корейцев из группы выходил на изичах просто. Вот, а на 200 мы спокойно просто всю жизнь играли американский сервер, кайвы. Видишь, какие нежные. Попались ему 200 пинг там у него. Что-то бомбанул у американцев, ГГВПГЛ, он не next game сервер. Не понял, он что, типа, все, не будет играть. Или чего, я вообще не вкуриваю. Ну, можно бы не Тайвань создать.
Натуре, что за говно Тайвань-то? Он на Корее. На Корее у меня значительно лучше. Китайцы, блин, а? Привет, такие. Китайцы тоже хитрожопенькие, а? Нет, чтобы создать что-нибудь нейтральное, они чуть к себе ближе, то и создают. Короче, ждем следующей игры. Не знаю, кто там будет. Вот, сейчас играть, но кто-то будет. Сейчас вернусь к вам. Так, ребят, сейчас я быстренько тут докушаю пирожное. Больше уже отвлекаться не буду сегодня. Следующая игра. Тиран, который только что играл против Гидры. Ждем, пока почеркают. Так, привет, нончаки, что там? Я видел, что за xcraft.ru. Че это за шляпа вообще?
Кто-то решил бабы лица поднять, что ли? Какая-то дичь, короче, типа как браузерная игра. Так, привет всем на Твиче везде. Начало здесь и сейчас уже идет. Все. Так, что-то надпись как-то залезла сюда маленько, не? Вот так вот. Вот. Единственное, что если американец свалил, сейчас у него бомбануло, как бы, что пинг большой, я правда не знаю, может быть и нет, то игр будет меньше значительно и кончится все раньше значительно, чем планировалось, в общем-то. Все-таки тогда я, наверное, возьму паузу часочек-два до Starline. Вот. Ну, в любом случае, я начну с FP. Перед Starline Лигой, да, как бы. А там дальше уже как фишка ляжет. Вот, особенно, ну, я не знаю, если кончится часов... Сейчас 3 часа, 8 будет Starline. Если кончится в 5... Пользователи Акейра активировал премиум на ваш канал. В 17.00, что 3 часа останется. То я, может, FP3 поиграю часа. Если больше, чем... Ну, если раньше, чем 17, то я паузу возьму и где-то 18 уже, да, стартану. Пару часов бомбану. Вот. И Starline будет. Ну, потому что слишком много времени. Надо будет заняться. Перекусить там и т.д. Так, три барака Рипера со стороны Тирана. Решил не мудрить здесь. Прилетают оверы. Ну и Рипер уже прилетел. Тут Роуч Ворон. А, тут пул первый был. В общем, и мув делается. И Роуч Ворон, и все дела. Прилетает Террас. Проверяет все. Оставь музон, вон, открой ссылку xcraft.ru. Нажми «Играть за тиран», и все будет ок. Там, походу, только за тираны можно играть. Так, одного рипера когда-то уже умудрился тиран отдать. Я не понял, как можно на лингах без мува отдать рипера успеть быть, но это... Но это уже фейл. Тут всего 2 рипера. 3-4 рипера. Гидра пытается их окружать. Еще одного отжал. Короче, полный провал, в общем-то, стратегии риперской. На такой стадии терять риперов это вообще нельзя делать ни в коем случае. Здесь линги прибегают. Депошечку можно подгрызть, попытаться. Тиран вообще где-то не понять, где находится. С роучами бьется. Еще один рипер на муве сливается. Бункер не успевает тиран поставить, гидра просто громит его за его исполнение, за его вообще наглый билд риперов этих. Риперы уходят на лоу-граунд, здесь слинги врываются на мейн, пытается гидра отвлекать. 2 КСМ убито, 3 КСМ убито уже, пытается рипера сгрызть, нет, ни рипера не сгрызет, ни КСМ пу не убьет. И до готовности бункера приходит Роуч. Так, только, в смысле, ты ключ скачал, где ты ключ скачал? В смысле, ты его купил? Вообще, как бы ключ продается. Вот, если ты купил ключ, и у тебя, ну, неважно, где ты взял, хоть сам карандашом написал, и он работает. Логинься на Battle.net. Вот. Заходишь в свой аккаунт, добавляешь туда ключ, он пишет, что игра добавлена. Там загрузочник есть, скачаешь. Катает ли Блайф Иронвика? Ну, конечно, Блайф фаворит. Конечно, Блайф фаворит, но я не знаю, просто форма СНГ мне вообще неизвестна. Вообще неизвестна. То есть, если Иронвик тренировался, то он может и нормально, на самом деле, выступить, мне кажется. Он Блайф может и пробрить. Раньше он пробривал, по крайней мере, сейчас не знаю, как у нас чего. Реводжеров бы морфил бы гидроп еще бы вот из этих роучей, был бы молодцом, но он ничего не морфит почему-то. Выходит танк, выходит рипера.
Ну тут 43-21 парабам, здесь уже отставание просто гигантское. Здесь лэр, здесь третья хата, короче. Вообще печаль. Если бы гидра сейчас в грамотнее расконтролил, мне кажется, вообще добить. Решил тиран, что ГГ, все правильно. Так, как можно смотреть рейд игры друзей при создании своей игры со зрителями? Что ты имеешь в виду рейд игры друзей? В смысле рейтинг, какой у них ММР, какой у них, какой они лиги находятся, что ли, или что? Что-то суть вопроса я не понял. А, или просто обсервером как быть. Ну, как там в Доте, например, зайти в чью-то игру, как бы, и посмотреть ее, и такой возможности нет в Старкрафте. А вот можно только, да, если ты зашел в игру и смотришь, а ладерные игры вообще никак ты посмотреть не можешь, только стримят, если человек. Барак от тиранчика пошел. Опять барак газ, видимо, рипер будет. Ну, масс риперов здесь уже не будет, скорее всего. Наверное, будет ранний стим билд скорее. Газ добывается у тирана, естественно, он добывается, потому что вот как раз рипер, что да, рипер орбитал, какая СМ-ка на вторую, да, будет минерал, сейчас как раз пока добывает у него, она встанет на позицию, как раз примерно 400 минерала будет, заказано будет ЦЦ-шечка, да, вот пошла ЦЦ-шечка. Сейчас посмотрим, что это будет, второй барак, если то, естественно, это будет Steam, да, второй барак пошел, да, это будет Steam, сейчас реактор здесь будет. Pool of Lupation, футболка, да, там, ВЦГ 2009. Ну, это с русских финалов. Вот. У меня с 8-го, 9-го есть года. Где-то 5-го валялась, но ее выкинута потом была, потому что уже все там отжило свое. Давно это было. А годов там всякие 10-й там год, и позже, я помню, их отдавал друзьям, ну, потому что как бы у меня их уже за, ну, навалом было. Асусов были, помню, когда давно. Сейчас уже не помню. Где они? Наверное, выкинуты. Ну что, муфлингом, муфовером, ребят, хорош флудить. Прогрызает гидро камни или не, не прогрызает. Рипер на второй встал, все, мув готов, это минус рипер. Вот он регенится, здесь такой спокойно стоит.
Ну, линги его минуснули, сдулся он, как воздушный шарик. Бедняга. И гидра, кстати, так, третья хат пошла. Здесь подгрыз, по-моему, идет. 13, хотя нет, 13 лингов. Особого подгрыза не получится. 6 мариков нормальных. Вот было бы 20 здесь лингов где-нибудь. Вот другой расклад бы был. Пытается гидра мула минуснуть. На рампе пытается мариков окружить. Мариков окружает гидра. Просто великолепный контроль. Ну, в руках гидры даже 13 лингов здесь, смотрю, дэмэдж наносит. И не слабый. Марик это сгрызи, вон он дохлый там ходит, ё-моё, еле живой. Так, мула гидра добил, еще КСМ-ку одну попытался сгрызть. Вот кого здесь можно откусить. Вон он первый идет, смельчак какой, а. Ну, гидра вниз побежал, ну куснул бы Марика-то. К Чумарика не куснул, но даже так разменял собак грамотно. В принципе, 14 лингов, 13 там на КСМ-ку и... 5 мариков было разменено, то есть это 6 юнитов по 300. А 13 лингов это сколько? 12 лингов это 6 личинок по 50. Ну да, это, короче, так и есть. 300 в 300. Ну, с другой стороны, погибла КСМ-очка. Понял здесь, что происходит у тирана зерк. Прекрасно. А билд у него все равно линги королева. Новых он отстроит. Здесь крип пока сделает. Все хорошо. Сейчас такую футболку достать? Да нигде нельзя. Я не знаю, где можно достать. Может, кто у кого-нибудь там сохранились, продает где-нибудь там в интернете, я не знаю. У меня я как бы их всех износил просто и все. Можно было так, ну, знал бы прикуп, съел в источник. Оставил бы, все положил. Чисто как такой... Капитальный еврей жидомасон такой, я не знаю. Из этого. Из рептилоидов за сокращение населения Земли и продал бы потом, да, там, за большие деньги, например. В 2020 году. Ну, какие не за большие, но за какие-нибудь там. За несколько тысяч рублей просто. Фонд рептилоидов. Ладно. Какую-то хрень я несу, ребят. Давайте смотреть. Доделываются щиты у тирана. 82-89. Лимит-то нормальный более-менее. Но по рабам гидра в плюсе в гигантском. Ну, вообще, как бы, вот у Ксивая как раз-таки получилось с таким билдом пробрить гидру. Да фокуснишь ты королеву, что ж ты делаешь-то, ё-моё. Королеву не фокуснул. Ничего не фокуснул. Продолжает открывать гидра, вообще не контр... А, там что-то у гидра летает еще. Вот здесь дропщик летает. На мэне был дроп с минкой, минка что-то минуснула. Возможно, это даже рабочие были. Здесь королев развалил. Смотрите, с двух сторон тиран налетает просто сейчас. Ну что, прикольно получается. Соединяется два дропа, пацаны пришли. Друг с другом соединились, в общем-то, но из одного дропа погибло все практически. Медиваки гидра покусит очень четко. И вынужден тирану летать. Ну, я считаю, не в минус он здесь дропался, при этом Сиичен. Ну что, минус марики. Ну, Талис как гидро отстроил. Линги есть, есть оверсир. Минки все выбивает, в принципе.
Ну, подхарасил немножко гидро. Три КСМ-ки минус, рабочие покатались. Мариков всех перестимпачил, тиран. Туретку поздно заказываю. Сейчас гидро прилетит, еще и минуснет эту туретку. Так, отменил. Можно было еще сотку минералов забрать, потому что ХП у здания, которых заказываешь, очень-очень мало. Так, гидро наломился на Мариков. На халяву всех Мариков сбривает, КСМ-ки сбривает. Как же этот врыв муталисков просто тирана опускает вообще ниже плинтуса? Я не знаю, ну, какой-то явно слабый, явно, откровенно слабый тиран вообще, ребят. Просто посмотрите, потери. Потери равные почти, но... Суть в том, что при этих равных потерях 70 дронов на 50, сейчас КСМ. Кстати, лимит еще какой-никакой есть, но 2-2 грейды в 1-1. Хотя армори есть тут. Туретки до сих пор не строятся. А, вот она стоит. Он что-то завтыкал туретку, не строит. Сейчас достроит, наверное. Что-то фризит кого-то. Уходит тиран, а туретка так и не видит, что не достроена. Но здесь уже и не в туретке дело. Здесь просто налом идет в лоб. Жесточайший. Бейлинги мутка залетают на вторую линги, и пара муталисков минусуют все танки. Гидро уже фокусит просто медиваки в наглую. Заходят бейны, тут Тора почти бейнами минуснула. Торы какие-то, что за бред вообще делает он, я не понимаю. Линги сгрызают бункер третью, ГГ пишет, тиран 2-0 гидро, изи. Ну что, по идее теперь должен играть у нас кто? Три получается, вот три, да, мы сыграли. А вот ЗВЗ сейчас будет, гидро против американского зерга. Ну, тут, по-моему, все очевидно. И гидро на сегодня освободится. Он уже первым будет местом, скорее всего. Останется... Так, играл FatKT. Так, останется американец против Ксивая, а потом... И Ксивай против тирана вот этого китайского, собственно, за выход. Ну, 3-3, экватор мы, в общем-то, проходим. Американцы на Квейконе, я знаю, что такое Квейкон прекрасно, потому что в Куаку у нас в городе сильно пацаны играли раньше, вот, и я всегда следил за ней, КВ мне приятно смотреть, да и сам я в нее играл, в третью КВ, не то что дико много, но играли мы там, тимплей капу стрелялись в клубе еще после тренировок своей игры.
Так, захожу в игру, отлично. Так, ну что, начинается Гидра против Кфеткетельфа. Так, что столько людей на Твиче спрашивает стратегии? Это актуально. Еще все в StarCraft, что ли, заиграли? Сколько уже за несколько дней прям все... Стратегии всем актуальные постоянно нужны. Гидра выходит вниз, но у него газпул вообще. Билд-то здесь хата первая вообще на золоте. Как же нагло. Привет, Север. Пивовар. Неважно, как называлось. Главное, что 4 на 4. Ну что, будет ли Гидра агрессивничать? Вот это вопрос хороший, конечно. У него делается королева, линги вообще пока не строятся, если честно. Как-то это странновато. Вижу, кто-то фризит иногда. Здесь у нас переводятся дроны на золото. У Гидры пошел Роуч Ворон на мейне после мува лингом. Но учитывая, что он и Роуч Ворон, и мув лингом делает, это абсолютно очевидная будет агрессия. Почему я так решил? Потому что если бы это оборонительный Роуч Ворон делал, был бы, тогда навряд ли бы Гидра делал бы мув лингом, я думаю. Так, 9 дронов перевел, здесь 8 добывают на золоте. Потери отсутствуют в этой игре. Так, Гидра, кстати, без лингов играл, 4 линга прибежали, заметили королеву и что-то ничего дальше не стали делать. 2 роуча Гидра делает, плюс еще пару лингов. 2 овера заказывает сейчас, газ подкапливают, надо минералов сейчас подкопить Гидре. И строить еще роучи, а роучи он строит. Муфлингом очень скоро будет готов. Это правильно, технорокер. Внутренний портал в StarCraft 2. Это хорошо. Королеву Гидра сгрызает. Еще один линк выживает. Ну вот это видно корейское чутье, корейский контроль и понимание, что достаточно будет лингов при таком раскладе, чтобы пробрить, да, как бы оппонента. Здесь линги вперед идут.
самая актуальная стратегия. Не, может где-то и есть какие-то билды. Самая актуальная стратегия — смотреть реплеи, как бы, и играть, да, побольше просто. Ну, прибегает в газ, атакует просто. Ну, Мурсадону еще для компахи сгрызть просто и все. Привет, Газизов. Значит, провожаю. Еще пока лет не провожаю. Гидра приходите. Релоджером Харас пошел, золото. Блин, просто царь. Здесь этот линк, который был. В общем-то, минусует 60-38 по лимиту на ровном месте. Ну, просто имба Релоджер зашел и золото минуснул. Грамотное очень применение. Здесь начинает выбивать камни, в общем-то, оппонент Гидра. Фаербол-то как раз надо в стек было туда, куда рабочие ехали. Могло погибнуть за фаербол, там просто пачка хорошая. Гидра сам камни роущими лингами пробивает и сам собирается врываться, насколько я понимаю. Неплохо личинг подрезал, королеву Реводжер подрезал. Действительно Реводжер, 6 юнитов уже пробрил. Еще гидра ждет, 6 роучи еще. Сейчас будет 76-45, надо идти убивать уже давным-давно. А он что-то ждет. Еще одного дрона накрыл, красавчик гидра. Ну, Реводжер минус будет. Тут это понятно. Здесь один Реводжер морфится. Американец. Американец, короче, все, спекся. Короче говоря, у нас что? У нас остается тогда, раз американец спекся, он должен был играть еще с Ксиваем. Ксивай против ТВТ китайского у нас, собственно, остается, и все на сегодня. Ну, естественно, я прервусь тогда, потому что 4 часа FPE я не буду играть перед этим, перед Starline Лигой. Я ворвусь уже попозже немножечко. Так, там Алима Лига идет, смотрю. Кин Симбол, а что она у нас там еще осталось? Ним Гумеху, хорошие матчи там, конечно. Так, короче, там Тайвань был вместо Кореи, я так понимаю, поэтому он, в общем-то, и припекло у него немножечко.
Так, куда я ворвусь на скелет? Да, естественно, я буду комментировать Сарлайн. Привет, Вердос. Что там происходит-то опять? Ну, единственная у нас одна всего игра на сегодня осталась. Вот. Здесь. И я прервусь перед Старлайном. То есть сейчас пару часиков перерыва возьму. 18.00 ворвусь с ФПНчиком уже, я думаю. Вот. И... И 2 часа покатаю до нее, потому что ну, 6-4 часа я не хочу играть, как бы. Мне не надо никуда трениться, как бы я сегодня догонник выспанный, в общем-то. Вот. Ну все, вроде игроки здесь сейчас черкать будут. Ну, я думаю, не буду стримить Алима Лигу, в принципе. Сейчас не рестримлю их. Бейстрейд ни у кого не припекает. Вот если вообще ничего другого стримить не будет, а как его постримлю, сейчас нафиг не буду заморачиваться.
Привет, Шемс, привет всем. Не, вердоса, да, на Старлайне вроде как нет. Отдыхал вердос в больнице, не знаю, сейчас играет или нет. А вот и Ревчик здесь появился у нас часики. Сегодня опять, будем надеяться, скоро вернется на сайт. Так, ну ТВТ у нас, что тут говорить-то? Ксивай против Сайбер Альтории вот этого товарища. Ксивай газ. Годите. Или барак газ. Не, барак. Не, это газ барак был. Вру, не барак газ, но скорее сейчас будет билд Рипер с Сэшков Акта пораньше. Сейчас так обычно играют. Игра приостановлена. Паузу просит тиран. Игра возобновлена. Что-то случилось. Прикольный иероглиф такой. Со знаком вопроса. Так, ну в сегодняшней группе Протосы, да, отсутствуют волосы дыбом, не знаю, что там дыбом. А, это наушники так ложатся. Это нормально. На патруле риперочек здесь тоже стоит около рампы, ну, можно запрыгнуть здесь, например, да, как бы. Здесь вообще синий тиран на мейн ушел. Реактор на факте, гелючек здесь то же самое, абсолютно то же самое. Реактор на факте, лаба Старпорт. Здесь Старпорт заказан, но лаба не делается почему-то. Первые два гелика готовы, плюс два еще заказ. Здесь Рипер на Ксилна гуляет, и погодите. А, Ксила вообще просто даже не знает, где оппонент находится. И синий тоже не знает. Вообще такие они халявцы. Это же просто жесть какая-то. Абсолютно без разведки, даже на этой стадии. Ну, блин, я хоть и люблю, и любил всегда без разведки во втором Старкрафте играть, ну, на такой-то стадии. На такой-то стадии нужно все-таки разведывать. Ну и циклоны пошли. Короче, сейчас оба будет большой залетать. Короче, кто удачней большой залетит, тому и плюс. Я конечно, все понимаю. Красный
обнаружил, где живет синий. Ну а синий-то каким образом? Он сразу туда летит. Мне просто интересно даже становится. Так, здесь гелики заехали. Зал просто отдача идет. Геликов, сейчас как-то нелепая. Красный в хлам здесь дается. Ну, банша зато хорошо залетела. Рипер пролетел на мейн. Банша вообще разваливает. Приехал циклон, под баншу подъехал и огреб просто от нее. Но банша тоже, тем не менее, погибла. Но здесь тоже баншу моментально минуснул к севай оппоненту. И он разменялся в плюс, получается. Но не строит инженерку, это уже минус. Безусловно. Какая четвертая цешка? Инженерка нужна, нахрена скан это тратить? Так, здесь циклон, Аксилайн. Но в любом случае он в плюсе в данной игре. У него ЦЦшечка раньше. Хотя нет, уже не раньше. Вот, у него... Ну, все, просто я не понимаю. Оппонент играет через баншу ближнюю к базу к нему и просто редко не строится. Что за бред-то вообще? Здесь инженерка вторая, без армори просто, зачем-то построил две инженерки. А, ну хотя у него даже 1-1, нет, зачем армори сейчас, действительно. Можно и так грейд заказывать. Третья сочка здесь готова, рабочие поехали. Туретки ни здесь нет, обязательно нужно строить, когда... Потому что банша в любой момент, неизвестно сколько банши оппонент построит твой. Вот. Марики ходят. Парочку штук от Сайбер Альтория. Ну а здесь выход к третьей уже пришел. Так, здесь есть Тим. Надо попытаться сочку сбрить, может. Пытается сбрить ЦЦшку, но и так, в любом случае, это тут выход небольшой в плюс красному игроку, абсолютный. Пытается синий нагнать здесь. Танчики дропаются. Стим надо улетать. Сейчас танк один остается, короче. Ксивай тоже мечется туда-сюда, ничего сделать не может. Провальный передроп сейчас только что вы наблюдали. Ну, честно говоря, вот у красного, у Ксивая что-то получается в этой игре хоть что-то сделать. У синего провал на провале просто идет. Я вообще ни одного успешного действия не видел, по-моему, за эту игру.
Все как-то через одно место проходит. Медивак на 4 хп, здесь Никлс. На Марика оставить, может, одного, я не знаю. Он там контролил, здесь КГ, просто КСМ убивается. Одновременно дроп на мейн, два Марика на второе образовалось. Здесь все уничтожено, а вот на третьей базе просто катастрофа какая-то. Да что ж ты боишься с медиваками? Мариков меньше на тебя бежит, и ты с медиваком боишься. Грейды 0-1, блин. Не, все-таки к китайцам далеко пока даже до топчика Европы. Вот. Ну, вот таким китайцам. Ну, просто, я не знаю. Как бы играет вроде сильно, но тоже видно, что косяков миллиард. Мог убивать здесь прямо на третий Мариков. Все, громить вообще. Грейд на один больше. Там медиваки отсутствуют, здесь есть. И Мариков. Даже, по-моему, чуть больше было в какой-то момент, мне показалось. Опа, пацан в контрол выбрался. Левот, ты зачем здесь в контроле? Решил побиться. Смотри, сейчас сплэшем танки жахнут, как того Урсадона на той карте другой. Так, здесь в центре красный-синего опять же загромил. Пытается забрать танки мариками на стиме. Забирает танки мариками на стиме. Отступает обратно на Ксилнагу. Здесь группа тоже 12 мариков осталось до сих пор. Живая 167-104. Пора бы добивать вообще. Так, еще один выход идет. Девать на муве летят. Здесь танчики марики заходят на третью опять. Пошел на пригон. Кан наверх. Ну, танк убивает. Они третья сэшечка улетает уже. Здесь два танка идут под вторую базу. Вот надо вот эту группу, эту просто с двух сторон зажимать сейчас оппонента, просто убивать, и все. С двух сторон никто никого не зажимает, не убивает. Викинги здесь падают. Танчики с мариками еле живые. Отдаются в итоге этот выход. Ну и пока синий будет жить. Но тут еще просто. Тут уже, конечно, машина продакшена просто невероятная. А две факты. По 15 мариков за раз строятся. Как бы и грейды 2-2 уже на 1-1. Здесь 2-2 заказаны. Тут 3-3. Здесь так. Стимпачица пытается выбить синий. Но это ГГ сейчас. Писать стимпач таксевая, отступает мишка назад, танчик передропывает. В это время на вторую базу выход приходит и... Выбенчик, конечно, конечно. Всю игру, в общем-то, разваливал, и преимущество было хорошее. И развалил в итоге. Ждем вторую. Сравняет ли счет? Еще пока что-то кажется, что... Мало шансов сравнять счет здесь у этого тирана. Какой-то слабенький он.
Так, кто-то там вышел. Ну что, погнали, ребят. Черт побери, водички не осталось. Ну ладно. Так. XOXY сейчас просто запилил КСМ-ку оппоненту и сваливает домой. И, кстати, сейчас, смотрите, можно дуэль устроить на... Ну ты, блин. Засыха. Срулил. Надо дуэль было устроить. Это было бы так бы прикольно бы сейчас. Побеждает Синий Рипер. Кидает гранату красный, сам себя подрывает, этот сваливает. Какие же китайчики все просто, а? Боязливые просто вообще. Там, где надо законтролить, блин. А я думал, сейчас эпичная дуэль будет. 5 хп КСМок просто. Орбиталочка пошла. Здесь тоже орбиталочка. Рипер красного сейчас игрока минусует КСМ-ку. Ну, сам теряется, в общем-то. В итоге КСМ-ка, Рипер потери. Здесь только КСМ-ка. Есть два Марика. Делается Мизивак. И сейчас, в общем-то, будет передроп Минка Марики. Здесь у нас вообще Рейвен какой-то бред, честно говоря. Рипер на мейн сейчас хочет залететь. Да, хочет рипером на мейн залететь. Ксивай.
Залетает, кстати, вот цель для удара сейчас просто. Минуснул эту КСМ-ку, которую подпилил дома. Рипер пролетает, удается, да, разваливал бы КСМ-ок. Полетел дропщик, минка Марики. Ну да, будет Рейвен, ну а что Рейвен сделает? Автотурель построит. Ну да, минку он будет видеть с одной стороны, но с другой, что это даст? Ничего особо и не даст. Гелиончики поехали вперед. Кстати, я не знаю, кто дэмэджа больше нанесет. Здесь танк, конечно, будет, но 6 гелионов могут больно сделать, я вам скажу. Загружается минка, автотурель разгружается, минка здесь. Приезжает 6 гелионов КСМ-ки. Сивая уходит наверх, а здесь танчик есть, а марики продолжают разваливать здесь мейн оппоненту. Сивай на мейне оппонент, он продолжает буянить. Гелиончик выезжает, гелиончик отдается. Мариками надо законтролить. Минку-то ближе подведи, что она так далеко-то, ё-моё. Подводит наконец-то минку. Копает за газом. Хитер, как будто оппонент не видит ее. Или он еще один развалил. Короче, похоже на 2-0 вообще, ребят. Потому что здесь просто гигантские проблемы. И не отбиться-то до сих пор никак. Так медивак, правда, улетел. Не знаю, что здесь происходит, что медивак летает. Еще попытка, самое главное, выйти в мех здесь идет. Вот что самое интересное. Так, минка здесь живая. Зал по геликам, они все демеджены. 5 мариков, сейчас 5 геликов с таким хп развалят. Смотрите, сивая фокусит их просто замечательно. Так, еще и гелик. Еще раз пошел. ГГ, бомбануло. Бомбануло. Ну, сегодня... Блин, группа мертвецов, реально, я бы так назвал бы эту, если бы знал бы, что такое будет, так бы стрим и назвал бы. Группа мертвецов сегодня играет. Вот. Короче, ребят, стоп-старт делаю. Сейчас свернусь без задержки на пару минут. И потом пауза будет в стриме.